Гравитация. Сканирование завершено. Доступен новый псионный навык. Thank you.
Thank you.
опасное состояние атмосферы. Уровень кислорода. Воспользуйтесь дыхательным аппаратом. Сканирование завершено. Доступен новый... ...сионный навык. Внимание! Критический уровень кислорода. Воспользуйтесь дыхательным аппаратом. Внимание! Неполадки в системе подачи воздуха. Покиньте опасную зону до окончания ремонтных работ. Сканирование завершено. Доступен новый псионный навык.
Внимание! Критический уровень кислорода. Воспользуйтесь дыхательным аппаратом. Внимание! Критический уровень кислорода. Воспользуйтесь дыхательным аппаратом. Внимание! Критический уровень кислорода. Воспользуйтесь дыхательным аппаратом.
Внимание! Критический уровень кислорода. Воспользуйтесь дыхательным аппаратом. Опасное состояние атмосферы. Запрос нового оператора. Оператор инженер Танстар класса. Ремонт завершен. Внимание! Критический уровень кислорода. Воспользуйтесь дыхательным аппаратом. Это Хейл, капитан шаттла. Я пытаюсь вызвать мостик, ответа нет. Как слышите? У меня отказ системы, он полный, я ничего не понимаю. Нужно срочно припарковаться. Рекомендую прислать охрану. Слышу в кабине какой-то шум. Черт, что происходит? Внимание! Неполадки в системе подачи воздуха. Покиньте опасную зону до окончания ремонтных работ. Я в спасательной капсуле с Эммануэлой де Сильвой. Мы застряли в пусковой трубе. Внешний люк должен был отстрелиться во время запуска. Но, похоже, пиропатрон не сработал. Вы нам поможете? Нужно надеть скафандр и снять люк снаружи. Я знаю, что это сложно. Я не знаю, что еще сделать. Наверное, умереть тут с голоду. За панелью есть выключатель, запускающий капсулу. Но не нажимайте его, пока не снимете люк. Иначе мы взорвемся. Дело, не могу ни с кем связаться. Лежу в дрейфе. Повторяю, двигатели мертвые.
Я дрейфую! Сейф, черт тебя побери, ответь! Ой, ладно, черт. Осматриваю каюту. У меня пистолет. Если там все чисто, попробую добраться до шлюза. Внимание! Критический уровень кислорода. Воспользуйтесь дыхательным аппаратом. Внимание! Критический уровень кислорода. Воспользуйтесь дыхательным аппаратом. Стойте! Что вы делаете? Черт! Ладно, ладно, послушайте! Не знаю, что вы видели или читали. Это не то, что вы думаете. Нет, это именно то, Фрэнк, кусок дерьма. Но прошу вас, не наказывайте меня вместе с ним. Я просто хочу домой. Пожалуйста, Морган. Состояние атмосферы. Воспользуйтесь дыхательным аппаратом.
Внимание! Критический уровень кислорода. Воспользуйтесь дыхательным аппаратом. Слышали? Ага, слышала. Отправьте оператора. Я этим и занимаюсь, Нильс. Он не реагирует. Ни один из них. Вот дрянь. Это те штуки сделали? Они отключили воздух? Не знаю. Нам ведь без разницы, да? Нам его на несколько часов хватит? Нет, Нильс. Система на реверсе. Она забирает кислород из воздуха. У нас 10 минут. Максимум. Что? Но... Спасательная капсула неисправна. Инженерная служба извещена. Воспользуйтесь другой капсулой. Внимание! Неполадки в системе подачи воздуха. Покиньте опасную зону до окончания ремонтных работ. Спасательная капсула неисправна. Инженерная служба извещена. Воспользуйтесь другой капсулой. Спасательная капсула неисправна. Инженерная служба извещена. Воспользуйтесь другой капсулой. Уровень кислорода. Воспользуйтесь дыхательным. Спасательная капсула неисправна. Инженерная служба извещена. Воспользуйтесь другой капсулой. Thank you.
Внимание! Неполадки в системе подачи воздуха. Покиньте опасную зону до окончания ремонтных работ. Внимание! Неполадки в системе подачи воздуха. Покиньте опасную зону до окончания ремонтных работ. Этими капсулами. Я не знаю. Что значит «не знаю»? Это же твоя работа, черт возьми. Ты их осмотрел, верно? Да. Тогда почему программа запуска ни хрена не делает? Я не знаю, Дрю, извини. А твоя капсула? Открой ее. Я не могу. В смысле? Пиропатроны на наружном люке не сработали. Мы застряли в трубе. Критический уровень кислорода. Ты не стал никого дожидаться, тварь. Аппарата. Надеюсь, ты сдохнешь там от голода. Дайте дорогу. Приближается оператор. Уровень кислорода. Воспользуйтесь дыхательным аппаратом.
Опасное состояние атмосферы. Внимание! Неполадки в системе подачи воздуха. Покиньте... опасную зону до окончания ремонтных работ. Внимание! Неполадки в системе подачи воздуха. Покиньте опасную зону до окончания ремонтных работ. Внимание! Критический уровень кислорода. Воспользуйтесь дыхательным аппаратом.
неполадки в системе подачи воздуха. Покиньте опасную зону до окончания ремонтных работ. Неполадки в системе подачи воздуха. Покиньте опасную зону до окончания ремонтных работ. Thank you.
Внимание! Критический уровень кислорода. Воспользуйтесь дыхательным аппаратом. Внимание! Неполадки в системе подачи воздуха. Покиньте опасную зону до окончания ремонтных работ. Внимание! Неполадки в системе подачи воздуха. Покиньте опасную зону до окончания ремонтных работ.
Внимание! Критический уровень кислорода. Воспользуйтесь дыхательным аппаратом. Внимание! Неполадки в системе подачи воздуха. Покиньте опасную зону до окончания ремонтных работ. Изучаю. Ваш костюм много идут. Ремонт завершен.